Всем привет, чувачки, с вами Мелскел, и со мной сегодня Богдан. Каркар замечательный, прекрасный, сегодня со мной Мелскел, а с Мелскелом Данкар. Сегодня мы с Богданом будем играть в новый режим по Among Us. Он называется «Я в домике». Я не знаю, откуда этот режим появился, очень часто подписчики писали в моем телеграм-канале, ссылка на который есть в описании, писали, давайте играть в этот режим, там скидывали коды, и я такой, а что это? А как это? Я не знаю, кто снимал это, но сегодня мы это попробуем. Суть в чем? Мы играем в догонялки, предатель сразу же показывает то, что он предатель, он либо стоит 10 секунд, либо он сразу же прыгает в люки. Также, главное правило, у всех будут ники комнат, то есть О2, столовка, медкомната, реактор, вот это вот все. И если этот человек, допустим, О2 находится в комнате О2, его нельзя там убивать. Суть выполнить все задания. Надеюсь, все поняли. Чур я столовая. Я всегда мечтал быть столовой. Мама говорила в детстве, я хорошая столовая. Я буду реактор. Погоди, а мне скелт надо устанавливать? Не, скелт это карта. Когда вообще не шаришь? Да я мод имею в виду, типа, блин. Что ты смеешься? Ладно, сейчас, погоди, я же выключил. Ну все, всем пока, я не хочу уже играть. Ладно, пойдем. Конечно, нет проблем, когда продакшн слава Мерлал. Нам не нужны бабки, нам не нужен фармэл. Кто знает, что за слово дальше в этой песне? Панамера, Панамерлу. В Азии. В смысле в Азии? Мы азиаты. Кейфов! В смысле, я в Европу иду? Нет, в Азии. Ты в Азии? Я в Азии, а вы? Зачем ты в Азии? В Азии азиатский как-то. Я зашел в Азию. Я в Азии! Ура! Я столовая! О, Друма! Реакторы столовая, лучший пейринг в мире, ура! Шип-шип-шип. Так, я теперь скидываю ребятам код комнаты в телеграм-канал, чтобы все подсоединились, там правила есть, я надеюсь, все будет хорошо. Погоди, пейринг сталактор. Сталактор. А чё все в столовой реактор? Блин, ты написал столовая реактор оружейная, все теперь столовые. Реактора Рейда. Смотри, к нам зашел американец. Security. В принципе, все готовы, да? Я единственное хочу поменять, чтобы предателю было все видно. Все, я предлагаю стартовать. Все, вроде бы все зашли. Стартуем! Поехали! Так, я член экипажа. Ты, кстати, можешь говорить сразу. Все, в навигации нет. Погоди, так. А где столовая? Слушай, а кто предатель? Так. Кто предатель? Ну, получается, не я. Стоп. Точно не ты? А почему никто не показывает? А, стоп, столовая предатель. Ты предатель. Да не предатель я. А кто предатель? Ты понимаешь вообще? Там вроде бы вот столовая стоит и охрана. Что происходит? Кто тупой, охрана или столовая? Походу охрана предатель. Они могут спокойно убивать, но они почему-то решили не убивать, и они... А кто предатель вообще? Они должны были идентифицировать себя. Ты, кстати, выполни задание, слышишь? А, да? Да. Я в столовой стою, мне... А, хитро. Зачем я столовую выбрал? Надо было реактор брать, реально, тут хоть задание есть. А в столовой нет заданий? Там же это... Пожрать. Ты видишь где-то трупы? Нет. Мне кажется, вот... Да, нет. Предатель не знает правил. Что-то мне подсказывает. Я вижу только столовые, которые бегают вокруг меня. Типа в этой игре только столовые, походу. Так, тут есть столовая один. А там сколько у тебя столовых? Я же тебе говорю, все в столовую. Мне уже сложно говорить слово столовая. Кто-то на кнопку нажал. Так, навигация. А кто вообще предатель? Кто предатель? Секьюрити. Ну, охранник, так сказать. Ну, понятно, все. Забыла показать. А, черный предатель! А, то есть секьюрити у нас... Кто бы мог подумать? Чертовы американцы. Так, скипуем все. Нажимай скип. Сейчас проголосую за секьюрити. Ладно, окей. Принято решение пропустить голосование. Нормально. Блин, кто предатель, не понял. А, да. Черный предатель. Он находится, кстати, в столовой. Добрый вечер. Он сейчас в мою сторону резко решил посмотреть. Нужно посмотреть. А ты где выполняешь задание? А, я вижу в реакторе. Он через люк пришел. Черт. Я хочу телепорт в столовую. О, это есть такой мод, кстати. Так, ну получается, что все, в принципе, окей. Нам надо выполнить задание, чтобы выиграть, правильно? Да. Странно то, что он, короче, никого не убивает. О, нет! Ой, тебе отрезал пипиську! Получается так. Блин, у меня тут задание есть. Надо сейчас... Короче, у меня есть тактика. Ай-яй-яй-яй, он за мной пришел! Если он сейчас и тебя прибьет, то будет чисто, знаешь, нас выкосили друг за другом. Короче, я в реакторе встану. Вот буду стоять в реакторе, у меня там задание минутное в меди. Ой, он убил, короче, чувака прям в коридоре. У него очень длинная рука. Реально, очень-очень далеко он берет. Типа, он меня убил за столом. Типа, как это произошло? Не, у меня прямо это нормально было. Типа, это близко. Столовую убили! Перекосят всех. Выполняй задание. Богдан. Задание. Да, я знаю, нас становится все меньше. О боже, жесть, еще одну столовую убили. А я сейчас читерно, короче, поступлю. Я пойду в реактор, я уже все выполнил, и он меня не сможет здесь убить, мы в любом случае выиграем. Там все понятно с тобой, чисто читер. Насмотрелся от этих лайфхаков. На таком тупом задании еще. А ты стрелял, да? Нет, лучше, я просто нажимал кнопку download из папки.
Ой. Security еще, типа, ну, он еще и флексит. То есть он пришел в столовую, а он всю столовую он перебил. А, со мной идет, я сейчас хочу проверить, убьет. Чисто пришел на место преступления своего. Смотри, оп. А сейчас выполню все задания, мы выиграем. Давай, а у тебя много осталось? Я за ним буду наблюдать, короче. Он такой смешно бегает туда-сюда. Я все сделал. Кто-то не выполняет, одно задание осталось. Напиши в чате мертвых, типа, выполняйте задание. Пацаны, не выполнил. Он был крысой. Ну да, хоть где-то. А, ну все, короче. Победа. Мне нравится режим, напишите в комментариях, как вам. Как по мне, прикольно. Я тут хочу рассказать вам о классной игре, в которую в последнее время залипаю на мобилке. Garena Free Fire — это онлайн-игра Королевская битва. В чем фишка? В игре самые крутые из всех батлов персы. У каждого свой главный скилл, который можно прокачивать. Даже может быть твой питомец. Но самая главная новость на сегодня — это то, что появляется новый перс. Появится он 19 декабря. То есть уже сегодня. Слабо угадать, кто это. Ну, давай. Смотрите сейчас на экраны внимательно. Ну, да, ну, кто это, ну? Да это же сам Криштиану Роналду. Лицо игры и, между прочим, ее фанат. Его героя зовут Кронос. Он борец со злом и за справедливость. Охотник за головами на службе у добра. Герой живет тем, что помогает другим, учит сражаться и побеждать самого себя в первую очередь. Философская тема, между прочим. Да. У него свой скилл. Он создает барьеры, блокирующие 50 урона вокруг себя. А перезарядка идет всего лишь 45 секунд. Заходите сегодня в игру, вас ждут сюрпризы и новый герой Кронос. В общем, в каждом матче до 50 игроков выпрыгивают с парашютом на остров и ищут оружие, кипу, всякие ништяки, чтобы как можно дольше оставаться в игре. Для меня главная цель... выжить. Просто выжить. Выжить на острове среди всех этих бойцов. Кстати, во Free Fire можно играть на смартфонах предыдущего поколения. Вообще нет проблем. Ссылку на игру я оставлю в описании. Скачивайте и пишите в комментариях, как вам новый персонаж Кронос. Ссылка в описании. Так, давай. Скелт. Ой, блин, надо... Стой, надо переименоваться. Какой реактор? Надо быть новеньким. Новеньким. А-а-а, я придумал. Так, я создаю комнату. Заходите. Ну, получается, залетаю в магазин. Слушай, электруха. Электруха и коридор. Ты звучит как клички восьмиклассниц, которые фигачат энергетики по КД. Электруха и коридор, блин. Коридор через О пишется или через А? Ты неправильно написал, но так веселее. А, ну ладно. Я забыл, как пишется. Коридух. Коридор. Коруха. Коруха, это значит, как какая-то деревенская доярка. Смотри, чё? Чего, блин? Ты тоже это видишь? Стой. Твич? Что? Так, нам нельзя говорить плохих слов, это нас забанят, если это Твич. А где он это достал? Я думаю, он привязал Твич, или это, может, какие-то новые скины. Я не знаю, но нам не отображалось бы. Это, скорее всего, привязка Твича, или какие-то плюшки от самой платформы. Они же там иногда сотрудничают с играми, я думаю, из-за этого. Охренеть, так можно было бы купить, или типа того, где-то новость была. Не, это, скорее всего, за подписку, за премиум подписку на Твиче дают, типа. Офигеть, я тоже хочу себе теперь. Смотри, какой питомец прикольный. Я чин экипажа вы. Я черт. Экран. Ой, а все черный экран. А нет, все нормально. Почему-то ну, походу ты... ненормально. Слушай, а почему ты вообще возле другого стола все в одного заспавнились? Получается, читер не ты, а я. Давай перезайдем. Ну, давай. А, стоп. Да, все нормально. Я зашел. А, нормальный пинг, слушай, 560. О, а у вас хороший интернет. Получается, в Азии не самый лучший интернет. Ну, получается, да. Электруха и коридор снова вместе. Мой главный шип 2020. Смотри, еще один чувак с твичом. А, значит, это раздача какая-то идет. И где ты видишь твич, погоди? А, ну вот у фиолетового не видишь? Нет, а я фиолетового не вижу, у меня фиолетового нет. Не знаю, сочувствую тебя, возможно, он будет предателем. Я фиолетового не вижу. Серьезно, вот он стоит у стола, тут типа бегает. Реактор? Голубой, голубой да-да-да. Палмаль, о, два палмали. В электричестве три задания для меня, прикинь, а я электричество выбрал. Ха! Ой, неплохо. А я коридор, я буду везде по коридорам просто бегать. Вся вот эта вот зона, где вот эти вот металлические штуки, это коридор. Ты не хитро поступил, кстати, вообще. Да. Я, кстати, не предупреждал, что так можно, ладно. Странно то, что у тебя фиолетовый не обнаружается, это очень... Ой, здравствуйте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, он к тебе идет! Богдан! Кто? А погоди, напомни, кто? Голубой. Голубой, о, боже мой, я всегда знал, что голубой предатель. Так, мне кажется, он за тобой идет. А ты где? Я доступ разрешаю. Ну, карточку провожу, короче. Так. А, нормально, он не там, если что. Я в электричестве, все. Так, у меня получается... ладно. Окей. В твоей жизни живешь там. Да, да, я люблю говорить сам собой. Ой, так, он уже кого-то убил в столовой. А ты его видишь где-то, нет? А где он? Только что прятал. Ой,
Здравствуйте, он убил только что реактор. Ох ты, крыса такая. Я был близок к тому, чтобы быть на месте реактора. А ты где там? Ты тут? Верхний двигатель. А, так убили же в это, в управлении. Репорт... погоди, репортить не надо, ты придурок. Ладно. Мне тут просто, я сейчас мусор выкидываю, все у меня хорошо. Фиолетовый пришел, который невидимка. А, фиолетовый, прикольно, оказывается, есть фиолетовый. О, привет. Здорово, брат. Электруха. Коридор. Электруха и коридор. Он там, он там, он там. Ага, я, пожалуй, погуляю. Ой-ой-ой-ой-ой, а, стой, я в коридоре. Типа я в коридоре. Все, я в коридоре. Он меня не может убивать, а читер. Боже мой, давай, 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 давай. А-а-а, да ты... Как? А ты где? Дебил я, в хранилище. Так. Я сейчас в столовой, и у меня вроде бы... А, не, у меня не последнее задание. У меня чуть-чуть осталось, я сейчас тоже пройду. Нам трындец, бог покинул игру. Я знал, что он есть. Ты понимаешь, с нами играл бог, типа, вся земля его. Богдана убили, и бог покинул, и реактор покинул, типа, все. Мир рушится, апокалипсис, третья волна коронавируса. А я тебя вижу, твой труп. Да сколько можно, блин, этих чинить этими, как его, короче, да, задолбался у меня одни и те же задания. Я все выполнил, все, теперь буду возле своего трупа сидеть. О, я возле него. Антон, мы не рядом, но мы вместе, я тебя вижу. Ко мне фиолетовый присоединился, а ты его не видишь. Я реально не вижу, я вижу только коридор. Вот, возьми мне фиолетовый. Вот прям я в него вошел. Да нет фиолетового. Ты вошел в фиолетового? Да. Да, ой, это действительно странно. Извини, что не ты. Пожалуй, промолчи. Все, теперь я в тебе. Да он, короче, пришел, я прям вообще не ждал. Оп, я в коридоре. Привет, не можешь меня убить, да? А я не вижу, кстати, ник фиолетового, возможно, у него электричество, но у меня он не отображается. А у него читы, я его вообще не вижу, не то что ник. Странно то, что они не перебивают так быстро. То есть я там поставил, чтобы можно было убивать. Ты, зараза, стоит еще возле моего трупа, да, убил, ну крутой, все, свали отсюда, ну-ка. А, что? Он убил только что электруху, и все, и мы проиграли, мы вдвоем были. Охренеть. Кем ты будешь в этот раз? Богданчиком. Буду богом. Есть комната Богдан? Данчик, нет, ладно. Это та, что склад. А, нет, больничка. Ну, погоди, где много заданий, Я буду склад. Я не помню, как комната называется, наверное, склад. Ну, я реактор, тогда мне пофиг. Заходите на склад. Ты такая часть. Чернобыльская атомная электростанция. Блин, у тебя еще каска такая, типа ты прям работник. Так, я скидываю ребятам код комнаты, чтобы все зашли. Сейчас будет забавно. Играем я в домике. Да, когда меня убьют в реакторе, будет забавно, потому что чел просудился даже такой час. Кстати, да. Интересно, додумается? Я не понял, что это час. Я подумал, это чай, типа. Ну, я неправильно написал, что ладно, пофиг. Да, додумаются. Там надо, типа, через «э» русскую. Ну, я украинец, мне простительно. Поехали. Поехали. Ты ж украинец. Поехали. Поехали. Я член экипажа, ты. Да, я тоже. Так, а кто сейчас предатель? Охрана! Опять? Отмена, да, прикинь, охрана, короче. Ну теперь красный. Мне интересно, он убьет кого-то или нет? Да, короче. Да, трындец, все, валим отсюда, так, я в реактор. А, нет, я в хранилище. Я склад. А, это хранилище. Слушай, я всегда хранилище складом называю. Ну понятно, нас с тобой убьют, как двух придурков, которые неправильно написали ники. Возможно. А ты где? Ты в электричестве? Верхний двигатель. А кто у нас предатель? Красный, да? Ага. Только что возле меня он пробежал. Вообще не страшно, кстати. А где он? А! Ой-о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 й! Меня убили. В смысле тебя убили? Короче, я не добежал немножко, ты совсем чуть-чуть не хотел. Я его увидел и собираюсь на склад убежать. А он, короче, меня догоняет и убивает в коридоре. Вот ты видишь мой труп белый. О, привет. Прикинь, просто чуть-чуть не хватило. Здрасте. Ну, прикольно эти. Что тут такое лежит такое? Мёртвое. Да, тут это ты. Ну ладно, так. Ого, так, он красный, да. Да, красный. Я буду следить за тобой. Давай, это три. Я ЧС, я лечу электричество. О, нет, я в реактор. Он не за тобой побежал, но я сейчас за ним смотрю. Он за кем-то сейчас идет. А, так мы можем читерить. Мы читерить можем. Угу. Куда он побежал? Он сейчас в электричестве, но мне кажется, к тебе пойдет. Это зараза такая. Ну, пофиг, что убьют, так убьют. Я же не читер. Слушай, ну ты куда? Ты ж. А, в ЧС, давай. Он догнал, что ли, что тебя здесь убивать нельзя? Да, видишь, Антон, люди умные. А как так? А? Я не понимаю. Офигеть. Так, ну получается, мы идем в управление. А тебе много заданий? Там задание выполняешь-то? А! У меня, да, дофига. А, да! Понимаю. Я могу привидением войти в тебя. Антон, успокойся. У тебя там Полина вроде есть. Вроде. Уже вроде, да? Ну ладно. А, вы про...
Ты всех будешь просто обсираться, например. Да я боюсь, я забываю, типа, кто красный же вроде, да? Да, красный. Сейчас зарепорчу тупо. Это вариант, можно взять репорт кинуть, когда за тобой бегут. И ты такой, а, я не специально. А, я случайно просто. О боже! Ой-ой-ой-ой, я вижу. Он за тобой бежит! Мы разошлись. Он за тобой. Мы разошлись, как в море, когда я знаю. Ай-яй-яй-яй, давай. Там все нормально. Все. А, он реально понял то, что тебя там нельзя убивать. Странно, кстати, то, что он никого не убивает, потому что у них перезарядка 10 секунд, он может просто всех убивать сразу подряд. Он просто с ними играется. О, убил. Нормально. Мне надо в управление. Там мое последнее задание. О, он как раз здесь. Он Так, кажется, у меня планы поменялись, управление мне вообще не надо. Зачем? Ой, пока. Мы, кажется, сейчас просрём. Он розово убил. Я знаю. Ну ты ёпрысы ты. Да ой, блин, это была ошибка. Так, ладно. Чуть-чуть, и все. Спасибо, ладно. Так. Он не пошел за тобой, потому что ты в управлении. Давай, читерим. Иди в управление, никого там нет. Быстрее, там никого нет. Да, успеешь. Дой, сейчас. Ой, у меня задание. Карточка, долбаная карточка так. Да, с первого раза. Давай. У меня одно последнее задание и еще у кого-то по-любому задание. Давай, ура, давай. Так, я напишу в управление. Выполняйте задание. Все, я в домике. Мы первый раз, кстати, сказали эту фразу, что я в домике. В ролике, который называется «Я в домике». Да, я тоже такой. Победа! Мы, кстати, не читерили, ты не говорил, где он. Я? Я никогда так не делаю. Я создаю новую комнату. Давай попробуем на мирочкью. Шо? В Among Us есть еще две карты. А, да это я знаю. Так, ну ты меня за придурка-то не держи это вообще. Я знаю, в Among Us это есть. Это песочница, там этот, бегалка, ходилка, бродилка. Надо ник поменять. Я буду раздевалкой. Ты будешь раздевалкой. Вот тебя тянет вот в это все, да? Раздевалка, там, присунка. Ну, все понятно. Блин, а какие там комнаты есть? Только, ну, я в разделку не пойду с тобой. Короче, там есть столовая, там есть все. Я не помню комнат, можешь в гугле посмотреть. Ну, получается, вот что получается. О! Мы тоже два капса. Так, я скидываю ребятам код комнаты. Я пристроюсь так, чтобы у нас ники, знаешь, как тени. Столовая, медпункт, реактор. Так, а погоди, им же надо поменять ники. Тут есть медпункт. А реактор тут есть? Есть реактор. Да, вроде бы все есть. Ладно. Кроме охраны. Охрана, до свидос. О, реактор один, нормально. Играем. Какая раздевалка, предатель? Ты чё, предатель? Ага. Ты предал нашу раздевалочную... да. Объединение. Раздевалка КМ. Так, это медпункт, да? Так, медпункт. Тут убивать медпункт нельзя. Связь находится в связи. Коридор в коридоре. Блин, мне теперь нужно просто все изучить, чтобы понять, как кого убивать. О, ну, раздевалку убивать нельзя. Ага, конечно. Реально, вообще никак. Это вот священная корова этой игры. Так, а у нас... А, о май бог! О, там кто-то залез. Да блин, чё я... Как я всегда не... Ой. Привет! Оп, медпункт. Ай, не убил! Там, короче, расстояние маленькое, чтобы его убивать, я понял почему. Короче, он долго не убивал, потому что невозможно... О, так, медпункт. Ай, не успел, короче. Ты должен прям очень близко возле чувака быть. О, медпункт. Очень страшно слышать все твои комментарии, зная, что ты до... Первый убит. Там не было никого. Угу, я увидел. Так, коридор в коридоре. О, медпункт. Оп, медпункт! Понимаешь, в момент, когда ты сказал медпункт, возле меня еще один медпункт пробежал. У меня аж дрожь пошла по телу. Опа! Реактор отрезал. Так, коридор в коридоре находится. О, давай вместе будем. Я, пожалуй, откажусь. Так, о, медпункт, минус. Неплохо, они сами приходят. О, у нас своя тусовка. Так, коридор нельзя убивать, а столовку и реактор можно. Опа, еще труп. Короче, мы здесь тусуемся, можешь прийти в раздевалку, хотя бы посмотришь на это. А, в раздевалку, да, сейчас. Здравствуйте, прикольно. Привет. Привет, иди отсюда, спасибо. Интересно, где все другие? О, связь. О, минус связь. Я не знаю, кстати, сколько вас осталось. Ну, я все выполнил. Столовая в столовой. О, она ушла, ты че? Ты ж мог выжить в столовой. Ты все выполнил прям? Ага. Опа. Получается, проблемки. Так, ты находишься в раздевалке. Я все выполнил и бегаю по карте. Ну, такое у меня хобби. Привет. Привет. Как вариант, мне просто нужно еще кого-то убить. А, кстати, можно по вентиляциям ходить, что-то я туплю. А там реактор находится, да? А нет, тут коридор, да, свидос? Ой, коридорчик. О, ха-ха. Все. Так ты же был в...
Он же был в коридоре или нет? Нет, он был не в коридоре, он как раз куда-то зашел. Ладно. Я выиграл. Короче, создаю новую карту. Попробуем. Давай теперь на полюсе. Мне хочется попробовать тоже. Так, на полюсе. Что у нас есть на полюсе? Стой, нужно ник поменять. Чё? Я буду кишка. Так, создаю игру. Короче, на полюсе карта. Там, короче, есть топ-рос медпункт. Там есть реактор. Офис, связь, охрана, оружейная, исследователь. Кем будешь? Я выбираю. О2 получается. О, неплохой выбор. О2 и кишка, ну нормально, нормально. Новый пейлинг. Но если кишку накачать О2, то уже кишка, принципе, 2. Кишка 2. О, кишка. О, кишка. Я кит. Я скидываю ребятам код комнаты, чтобы все зашли. Так, электро, офис, электро, связь, О2 и хранилище. Хранилища вроде бы нет здесь. Или есть хранилище, можешь чекнуть? Вроде бы должно есть. Быть. Все, есть, тогда стартуем. Вот, опять у чувака Twitch тебе не показывает? Да, показывает, у электро. Электро, точнее. Да, хочу себе. Так, я член экипажа, ты. А я член импост. Ладно, это тоже экипаж. Да не везет что-то, жесть. А кто? Я не хочу умирать первым, я всегда умираю первым. Связь, что ли? Нет. А кто? Хранилище, наверное, он там остался. Ты там не стой, тебя убьют! Да я знаю! Я тупой! Пойдем играем в Майнкрафт. Так, где? Вот сюда. А какой цвет был? Блин! А кто? Голубой, кажется? Нет, вроде бы зеленый, но я точно не скажу, опять же. Я забыл. Так, а может он там до сих пор стоит? Пофиксили, да, эту штуку с этой А что там было? Помнишь, тут для пряток было офигенное место? Стоишь, типа, за этим телескопом, и никто тебя не может убить. А, нет, там также можно. Ну, ник видно. Да, раньше ника не видно было. Это зеленый. Да? На глазах? Ну, меня не убило, я просто вспомнил, типа, у него просто голубой питомец. А, все. А может, это был не он, знаешь, типа, просто чувак стоял, у него черный экран. Не, это он. Ой, я, кстати, кишка, я ж в кишку пойду. Оп. Так, ну, кого-то уже прибили. Все, кишка в кишке. О, все. Ёпперсенте! Что там у тебя? Нормально мы идем. Вы идете нормально. А там убили кого-то или что? Ага, кого-то такого, О2. Тебя убили? А-ха! Ой, надо, наверное, в кишку. А ты, стоп, а где был предатель? А не скажу. А я тебе помогал. О! О! Два трупа! Я вас вижу. Кто ж там может быть? А, здорово, кишка. Так, сейчас я скажу, где я. Три трупа. Короче, бей. На розового иди, на розового! Ой, уйди! Блин, он именно за мной хочет идти, наверное. Нет, он стоит на месте, он чуть-чуть этот тормоз. Так, у меня последнее задание. Мне просто нужно загрузить данные. Со мной розовый вроде бы. Я надеюсь, он меня не убьет. Короче, у меня все, у меня задания закончились, я иду в кишку. По идее, связь тоже закончила все задания. Ты выполняешь задание? Да, у меня выполнены все. Окей, получается, кто-то из нас двоих, если умрет, то все нам. О, привет. Ты почему меня в кишке убил? Ах ты, крыса! Это должно было произойти. Ну, хранилище, ты чуть-чуть того... Придурок получается. Крыса такая просто, в кишке убить кишку. Нужно знать, это кишка. Все. Я, кстати, бы тоже убил в кишке, типа, кишку, потому что кишки-то нет на карте. И это не Чернобыльская атомная электростанция. А, ну да, у тебя было понятней. Ну да. В общем, ребят, если вам понравился ролик и вы хотите еще такой режим, обязательно ставьте лайки. А с вами был Мелскел и Данкар. Кар-кар, всем привет. Мы сегодня мы будем играть в Among Us с Антоном. Че, начинаем? Что? Стоп! Нет, мы записывали! А, точно, мы уже записали. Ну, тогда пока. Пока.